12 мая популярная певица Лолита выиграла суд с коммунальщиками. Полгода звезда доказывала, что ТСЖ «Таганская площадь» незаконно требует с нее уплаты членских взносов на благоустройство дома и двора в размере почти 500 000 рублей. Вот этот домофон, вот эта вот ерунда, она, по-моему, стоит 4000 евро. Я не очень... Вот меня никто не спрашивал, мне нужен домофон за 4000 евро. К 14 этажу привязка такого домофона стоит 200 тысяч рублей. Ну, вот это наши ворота. 500 000 с лишним по присланной мне бумаге. ТСЖ утверждает, что взносы, которые были начислены певице, взяты не с потолка, а согласно уставу, прямо пропорциональны площади квартиры собственника. У госпожи Милявской площадь, к сожалению, или к счастью, не знаю, как это сказать, да, к счастью, наверное, да, дай бог всем так жить, вот, не 55 метров квадратных, а 410. То, естественно, это будет не 2 копейки. Милявская на 1 этаже устроила себе сауну, устроила бассейн, и если она его наполнит, неизвестно как, понимаете, то есть это грубейшее нарушение. 12 мая Лолита в судебном порядке вычеркнула свое имя из позорного списка должников. На этом певица решила не останавливаться. Скорее всего, в ближайшее время посвящу свою жизнь борьбе с ТСЖ. В нашем следующем эфире Лолита готова поделиться своим богатым опытом с многострадальными жильцами, которых не устраивает ни работа, ни тарифы коммунальных структур, и встретиться с председателем ТСЖ своего дома.